Стремился Массимо Каре. Ну, тут и ЦСКА сейчас отдает сам мяч, потому что понимает, ресурс ограничен. Мы очень много рассуждали о том, каких игроков ЦСКА потерял. Но мы должны говорить и о том, что на скамейке не так много людей, что могут изменить ситуацию на поле. Глушаков, его удар! 1-0! Денис Глушаков! Вообще ничего страшного показалось. Километре от ворот, удар, и счет открыт. Спартак 1, ЦСКА 0. Но Глушаков бьет, и Глушаков забивает. Мы можем вспомнить то, что он вообще замечательно выступает на открытии арене. Гол ворота Ростова, ставший победным и тоже тогда сделавший счет по ходу матча 1-0. Ну и сейчас это уже вторая попытка Глушакова в этом матче нанести удар по вороту. Смотрите, его никто не держит в этой ситуации. Вот в последнюю секунду прилетает один из футболистов группы атаки ЦСКА, но он уже не может, тоже Ионов, не может уже помешать Глушакову. Ну, конечно, это удар, с которым Акинфеев был обязан просто справляться. Абсолютно. Второй матч подряд, если мы возьмем, забивает Глушаков. Играл с Ростовом гол, играет с ЦСКА, гол 1-0. И реакция Зави Акинфеева на этот мяч тем интересней. Вообще очень любопытно, что в этом сезоне появляются такие домашние.